Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня 23 августа. Время 11 часов 50 минут. Вот сделала комплект. 2152. Сейчас пойду сдавать на склад. Что там дадут, неизвестно. Сейчас подсучу. Так, а сейчас пока я покажу, что тут я сделала. Значит, за эту неделю. За эту неделю получилось очень-очень мало, потому что неделя каждый день вообще ничего не дают делать. Так у меня выходит 2-300 в день. А теперь 1000. И то пошла со зарплатой. И он вместо моих денег 500 рублей в день мне считает, что я работаю на сделке. На самом деле здесь все работают на сделке, а мне почему-то по окладу стал считать. Вот так, сейчас так узнаю, что там комплект мне дадут, не дадут. Это тишина. Вот так, здесь работает у нас 8 человек, 7 человек по сделке, а один мастер-наладчик не по сделке. Вадимчик, бери комплект. Сделал все, больше ничего? Все, больше ничего. Сказал, блин, понятно. Значит, так, пишу. Это сегодняшняя работа. В общем, больше ничего сказали не давать. Все продолжается у меня мобинг. Пока, до следующих видео.